Всем доброе утро, ребята. На дворе октябрь. Сегодня уже 11 октября, не мог выехать с гончими. Первый раз я выехал. Взял второчку, отсидела, сколько она у меня заперти. У нас нагонка запрещена. Так что такие прогулки короткие. Ну и есть, приобрел молодой вожлачок эстонской гончей от очень перспективных родителей. Сейчас ему 6 месяцев. Гулял я с ним раньше по лесу с одним. В принципе, лес он знает. Что такое лес? Но на охоту я его первый раз. Ну, в принципе, взял вместе со второй. Да, конечно, по ногам они разные. Это русская пегая, вот эстонская гончая. Ну, вот я и хочу сравнить, посмотреть, как у нас, с кем интереснее охотиться. Но собачки оба, это торка-то работает у меня, молодец. А того посмотрим. В принципе, от хороших он производителей идет. Сегодня такой день, как учебный. Посмотрю, как он себя ведет вообще с собакой. Как он сам, Птора покажет след ему, что он будет нюхать и так далее. Такой учебный денек у нас. А не мог выехать, потому что в этом году отвратительные просто погоды. Просто отвратительные. Дождь. И вот сейчас сюда ехал, сейчас только закончился дождь. Но думаю, ладно, уже не буду терять. Раз выехал, пусть собаки хотя бы погуляют. Козы беда. Вот, с козами беда. Ну, посмотрим, ладно. Ладно, Торочка, давай с боком. Давай, девочка, давай погуляй. Вася! Гусь гогочет. Так что давай, сейчас я прогуляю здесь краешком поля. Потом в лес зайдем. Посмотрим. Такая вот у нас прогулочка будет. Для Фтора вообще это в этом сезоне осени первый вообще выход. Ну что делать, если у нас, видишь, запрещена нагонка. Мы не можем без поводка в межсезонье собаку вообще в лес выпускать охотничьи. Поэтому и приходится. А сейчас, видишь, дождик прошел. Вот какие-то следы могут быть. Только если с подъема. Козы, вот ехал сюда, буквально здесь вот две козы. Вот ты тресни. Вот я подальше отъехал. Надеюсь, что хотя бы не прихватит она их. Посмотрим. Пусть нюхают здесь. Пускай собачки нюхают. Тут. Бася! Тут. Ну, давай вон, давай. К подруге к своей. Видишь, она вон там что-то нюхает. Видишь? Учит его нюхать. Потом с одним с ним надо будет походить, чтобы он начинал так. Сейчас кое-какие уроки пусть получит от нее. С одним буду ходить. Зайдем в лес, прогуляемся по лесу. Тут норка. Лиса, что ли, или кто тут? Ну, лиса столько не выкопает. Может, барсучок даже. Пойду по дорожке здесь. Хоть собачку, когда натаскиваешь, нужно по лесу как можно больше хмызника всякого, чтобы не боялся леса молодой. Ну, сейчас он с этой собачкой пускай он там полазит. Плохо, что дождик шел ночью. И сейчас моросит даже. Это, конечно, не для гончих охота. Только если по горячему следу. Бася! Бася! Бас! Бася! Потерялся. Там бег. Баскина первая охота с ружьем, когда я вышел. Так что
гончая пока с него не родилась. Ну, пускай вот он будет. Интересуется сейчас. Ага. Помычка. Помычка. Что-то помокнула вторка. Что-то помокнула. И что тут было? Так. Так. Помычка. Бас взял тоже. Помахнуло. Ну, коза. Ах ты, черт, на высоковольтная пошла. Ну, точно казак. Ну, послушал уже. А вон она. Да, втора. Та. Да, та. Ну и что там было, вторка? А? Точно коза была хора. Молодец, хоть вернулась. Еще тяжелая, что надо третий сезон еще. А так-то она молотит, зараза, несколько часов не поймает. Может быть, ты поняла наконец, что хвост не надо гонять, а? С гончими заключается, так вот сядешь, если один особенно, и слушай, где собаки. Помыкнут, что нет. Ну, вас послушал, как надо лаять. Ай, молодец. Ай, молодец, Бася. Давай машину сейчас сядем, подумаем, что делаем. Там зерно надо отвезти еще. Так, ну что, кружочек сделали мы такой. Сейчас посмотрим или переедем. Учебная прогулка. Ну, бас интересуется, молодец. Так, переехал я в другое место. Давай попробую, пустил собачек, пускай они здесь только полазит, поищет. Может, здесь что-то интересное будет. Бас! Бася! Басик! Бас! Басик! Бас! Пойдем. Старые поселения. Камни выложены. Были здесь. Дорогу проложили. Эх, осень. Хоть и дождик, но все равно хорошо в лесу. Ладно, пойдем к машине, ребят. Погуляли немножко. Не, Тора, сюда пойдем. Торочка. Пойдем сюда. Ну что, подошли мы к машине. Сейчас надо собаку ловить. Так что, ребята, вот такая прогулка состоялась сегодня с гончими. Ну, немножко размялись они. Этот молодой возлачок. Да? Как тебе, понравилось? Бас, понравилось тебе, да? Ой, ты мой хороший. Ну, а где там Торка? Тора, на, иди сюда. Тора, ко мне. Ай, молодец. Ай, молодцы. Ай, угощение. Ну, скучно. На. Все, нету больше.
Пойдемте. Пойдем домой, все. Так что на этом заканчиваю, ребята. До следующих репортажей. Оставайтесь с нами. Всем пока.